И всем привет, дорогие друзья, с вами Диман Ди. И сегодня у нас новые приключения на Bedwars. Установил себе макрос на мышку, сейчас покажу какой. Сейчас Майнкрафт загрузится. Че, лагать будет? Нет. Плохо. Смотрите, ну, сейчас мы в портал зайдем тут. Так, смотрите, то есть, вот, если мы берем просто руку, да, если я зажимаю ее, то он один раз бьет, да? А если я нажимаю, вот у меня еще одна кнопочка тут есть, такая оранжевая, на мышке, я ее зажимаю, он несколько раз бьет. Вот так вот. А это мне придется долго так жать, и то будет не так быстро, а тут просто зажал, и он бьет. И так уже, знаете, как тащил сколько раз. Так, сейчас, ребят, будет Спарта. И прыгаем. Ой. Обратно ТП шло. Так. Угол дружбы у нас. Так, мы за каких? Так, я за зеленый. Пишет Карина. Что? В смысле, стримишь, что ли? Ну чё? Карина в Майнкрафт не играет. Так, идем. Так, ребят, собираем железо и идем тогда на центр сразу. Настроили как попало. Ой, ой, чуть не упал. О! Ой, да ё-моё, ребят, я вообще лох, походу. Так, я сразу тогда на центр пойду. Нет, не получится сразу на центр. Да. Ладно, сейчас пойдем уже за железом. Не, я попробую сейчас пропаркурить, ребят. Но это мне естественно не получится. А, тут все можно принять? Да. Так. Идем. Да, зачем мне назад ты? Да мне железо надо. О, вообще девка на центр построится. Ладно, я пока железо возьму, чтобы нам на другие команды тогда сразу идти. В центре, я думаю, пока наш будет. О, сундучок поставили. Ой, я уже уничтожил. Быстро так.
однажды тащил этого синего одного. Сейчас я пойду всех тащить. С таким читерским модом. Так ребят, не пишите в комментариях, типа, аху, читер. Не можешь, типа, так. Просто установил, ребят, макрос и все. И тащу. Так, идем на центр. Здесь там никого пока не будет. А, нет, мое, мое золото. 4 золота у нас есть, ребят. Ой, что случилось? Деревянного меча, ребят, убили меня. Это ж вообще. Вот, ребят, если бы меня не лагало, то вообще было хорошо. Вот это с таким каменным мечом сейчас поехал в центр. То есть меня же не лагало, я бы его затащил, Изи. Ребят, почему меня так лагает? Меня просто с деревянного меча убили, ребят. Это капец. А вон он стоит. А, убегаешь, да? Ой-ой. Желтый пришел. Ладно, пойдем за железом. Сейчас тогда пойдем к кроватке это, ломать. Посмотрим, сколько железа тут. 2. Сейчас подождем тогда еще 2 железа. И еще одно. Еще. Так, это зеленый, надеюсь. Да. А, нет, это синий, ребят. Это зеленый или синий? Зеленый. Он присел и стал синий сразу. Тогда, ребят, берем золото, покупаем лук. И всем капец. Ой-ой-ой, нет, не покупаем. Сейчас, может, наш чувак его затащит тогда. Ой, горю. Ой, горю. О, все прошло. Покупаем, значит, меч себе. За 2 и броню. Так, тебе надо похавать. Тут на нашей базе. Сверху стрелять. Одно хп. Не надо не спрыгивать. Придется опять идти за железом. Откуда он стреляет? Я понял, откуда он сверху. Так, сейчас пойдем за золотом тогда. Так, там наш? Да, наш. Так, 2 есть.